В Югре новый антилидер по количеству заболевших коронавирусом. За сутки в Ханты-Мансийске зарегистрировали 695 положительных тестов. В Сургуте 619, в Нижневартовске 381. Как сообщает региональный оперштаб, за 24 часа в округе лабораторно подтвердили 2808 новых случаев. Заразившиеся есть в 18 муниципалитетах. На момент постановки диагноза у большинства наблюдались признаки ОРВИ, у 94 зафиксирована пневмония. Еще 19 переносили болезнь бессимптомно. Под наблюдением медиков находятся больше полутысячи человек. Состояние 78 пациентов врачи оценивают как тяжелое. 37 подключены к аппаратам ИВЛ. При этом еще 231 человек победил ковид.